Расскажу вам одну историю на примере детей. Гулял как-то с Мелкой на площадке. Моей тогда было где-то года полтора. И подходит девочка лет 4 с мамой. Тащит такой красивенький велосипедик, такой мальчуковый, правда, но мою малую привлек. Там такие были эти висюльки там на руле. Вот, моя подошла, начала трогать. Те две вообще ничего не говорят. Ну, видно, что их начала трусить немножко. Вот, потом эта девочка берет и толкает мою. Моя падает на попу и чуть не плачет. Ну, я ее, соответственно, быстренько на руки успел поднять, взять. Все, как бы успокоить. А той девочке я сказал такую фразу. Вот, слушайтесь. А если я тебя сейчас толкну так же? Вот, и у девочки в глазах ужас аж появился. Я отошел. Ну, и она начала, соответственно, истерично плакать. Что произошло в этой ситуации? Вот кто-то скажет, что я напугал девочку. Но этот человек недалекий, сразу тебе говорю, если ты так подумал. Вот, если бы я сказал и толкнул ее, то я бы вселил в нее этот страх. А так как я просто триггернул ее чувства, понимаете? Вот это был не первый раз, когда она испытала этот страх. Он ей очень хорошо знаком, раз она расплакалась. Ее напугали до этого. Причем, скорее всего, это были ее родители. Они же могли даже на нее руку поднять, понимаете, при этом, за какой-то поступок. И если сказать ребенку, сейчас ударю, но до этого его ни разу не бил никто, он не поймет всей глубины этой боли до того, пока это не испытает. И та девочка, если бы ни разу не испытывала это чувство, она могла бы просто на меня посмотреть, как на дурачка. Типа, а что это ты имеешь в виду, да? Так вот, и во взрослой жизни такая же штука происходит. У вас проявляются те страхи, которые впервые вы испытали в детстве. Мы не рождаемся со страхами, понимаете? Нам их вселяют. А потом кто-то становится триггером просто и все.